Итак, ребята, в этом видео я подготовил для вас целых два нереально крутых фокуса с карты. Меня все просили, чтобы под конец года я сделал нереально крутую подборку. Так вот, ребята, вот та самая нереально крутая подборка из целых двух прикольных фокусов. Погнали смотреть. Так, ребята, возьмем колоду, тщательно вот так вот ее перемешаем. И попросим зрителя сказать нам где-нибудь стоп. Давай. Здесь. Отлично. К примеру, карта зрителя это будет дама крест. И заберем куда-нибудь ее в центр. Все максимально честно. Если что, внизу у меня лежит пятерочка черви. Просто помни и знай. Смотри, 5 червей. Оп. И одна карта проходит сквозь всю колоду и деревянный стол. Стол можно дать на проверку. Здесь нет никаких реквизитов. Ребята, это очень круто. И не будем забывать про то, что в конце видео будет еще один фокус. То есть в этом видео у нас два фокуса. Поэтому, ребята, вы обязаны поставить прямо сейчас лайк, написать прикольный комментарий, потому что прикольные комментарии подают ко мне видео. И вот прикольный комментарий с прошлого видео. Ребята, вам всем большое спасибо, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто подписывается на меня, а кто делится видео, вам отдельный респект. Для этого фокуса вы берете колоду карт, она будет самая обычная колода карт, вы можете ее тщательно перемешать. Это полностью импровизационный фокус с картами. В принципе, здесь как бы не обязательно делать так, чтобы карта прошла сквозь стол. Это может быть абсолютно другая концовка, которую вы можете придумать, либо я вам дам пару, так сказать, интересных моментов. Как вообще работает сам фокус? Мы берем колоду карт, просим зрителя сказать нам где-нибудь стоп. Это очень важно. Мы не делаем ленту, а просим сказать зрителю где-нибудь стоп через дрибл. Допустим, здесь нам говорят стоп, мы подснимаем и переворачиваем верхнюю карту. Не вот так вот, а просто так вот кладем ее. То есть мы берем, оп, и перевернули. Еще раз, давайте еще раз. К примеру, нам говорят стоп, мы подснимаем, берем верхнюю карту и переворачиваем. О, шикарный выбор. Туз пик. Что мы делаем дальше? Дальше вообще все элементарно. Мы просто берем и отсчитываем две карты. То есть, вот, средним пальчиком мы отсчитываем две карты, как будто мы хотим сделать двойной подъем. То есть, но у нас одна карта лежит лицом вверх. Мы средним пальчиком отсчитываем две карты. То есть, вот, оп, мы отсчитали две карты. И после этого мы, когда держим две карты уже, то есть, вот, мы отсчитали две карты, далее подставляем сюда и указательный пальчик, и хватаемся в такой вот хват, в такое вот положение наших пальчиков и карт. То есть, у нас получается одна карта так, другая так, и мы держим вот так. За так и так, прямо сейчас лайк. Так, что же мы делаем дальше? Дальше мы вот этого туза вот так вот переворачиваем, то есть вот мы взяли, отщипнули, и вот так вот переворачиваем нашего туза, а эта карта вот так вот у вас появляется, ну, грубо говоря. И создается полная иллюзия того, что вот у вас туз, вы отсчитали, оп, и забрали именно его. На самом деле он остается лежать у вас наверху. Как это делается? Давайте еще раз. Показали карту зрителю, взяли, отсчитали здесь две карты. Эту карту вот так вот переворачиваем. Эта карта нас вот так вот выстреливает, грубо говоря. После чего мы здесь большим пальчиком открываем, засовываем вот сюда, задвигаем, и карта зрителя уже лежит у нас наверху. Еще раз. Стоп, окей, перевернули. Дама черви, отсчитали две карты, подняли две карты. Когда мы переворачиваем даму, мы даму переворачиваем, и здесь быстренько вот так вот ее отпускаем, и быстренько вот эту карту вот так вот проявляем. И уже засовываем ее в центр. Разумеется, это делается на скорости, плавно, и создается полная иллюзия того, что у вас именно дама черви уходит куда-нибудь в центр. Это нереально крутой фокус, это нереально крутая подмена, реально очень крутая подмена. То есть мы просто берем якобы одну карту, переворачиваем и кладем ее в центр. То есть вот так это все выглядит для зрителя. Дама, взяли, раз, два, задвинули, и дама у вас лежит уже наверху. Разумеется, после того, как у вас уже дама лежит наверху, вы просто переворачиваете эту колоду. Говорит, смотри, у меня здесь лежит четверочка пик, просто это знай. И, разумеется, сразу же мизинчиком отсчитываете нижнюю карту. После чего вы ее просто пальмируете. То есть, обычное пальмирование. То есть, вот. То есть, это не пальмирование, это гамблероскоп. То есть, вот. Отсчитали нижнюю карту. Вот так вот. Раз, два. Она у вас уже здесь. И вы просто так вот забираете колоду. У вас здесь карта, но ее не видно. И вы колодой, получается, начинаете так вот проводить над столом. А эту руку вы с этой картой просто заводите под стол. Так проводите, проводите, хлопаете. И у вас якобы
карта зрителя проходит сквозь стол. Это реально нереально крутой фокус. Поэтому, ребят, прямо сейчас быстренько поставьте лайк и напишите свое мнение об этом фокусе. Ну а мы погнали смотреть еще один прикольный, интересный фокус. Итак, ребят, второй фокус у нас выглядит вот так вот. Смотрите, берем колоду, перемешиваем, зритель выбирает какую-нибудь карту. Пускай это будет троечка черви, она нам больше не нужна. Мы постучим, где ничего нету. В принципе, кладу карту, можем парочку подснять, можем вот так подснять. И у нас проявляется карта зрителя. Очень сочно, очень круто, вообще непонятно и очень эффектно, ребята. Поэтому прямо сейчас все поставьте лайк, прямо сейчас ставим лайк. Я прямо жду, давайте. Окей, поставили лайк. Ребята, это даже не так, как фокус, это просто реально прикольное проявление карты зрителя. Это эффектно, необычно и самое главное, неожиданно. Поэтому что мы делаем? К примеру, мы берем колоду, просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. И наша задача сделать абсолютно любой контроль на низ колоды. То есть, какие есть контроли на низ колоды. Есть такой прикольный контроль, то есть, типа, дотронуться до любой карты, до вот этой. Окей. Мы показываем зрителю не одну карту, мы подравниваем все. Берем уже две карты как одну. То есть, у нас здесь две карты. Если что, то есть, мы взяли две карты. И когда мы сейчас это руки наши опускаем, мы эту карту забираем вот сюда, а эта карта остается. И если это делать на скорости, то есть, типа, вот эта карта, точно, да? Окей, запомни ее. Окей, смотри. И сейчас я твою карту заберу в центр. Она у нас оказывается уже внизу, потому что мы сделали контроль. Еще раз. Дотронемся, например, до этой карты. Здесь взяли две карты как одна, показали зрителю. То есть, после чего, когда мы так вот опускаем руки, эту карту мы забираем вниз, эта карта остается. И после чего мы вот так вот ее продвигаем в самый низ колоды. И задвигаем. Все. Сейчас карта зрителя у нас уже лежит внизу. Что мы делаем? Мы берем и просто подснимаем. Раз, два, три. После чего мы берем в такой вот хват нашу колоду, так сказать, которая у нас в правой части осталась. Ой, в правой руке. То есть мы берем в такой хват нашу стопочку, которая осталась в правой руке. Вот так. И что мы делаем? Левой рукой мы делаем обычное такое вот подснятие. И мы делаем левой рукой вот такое вот подснятие, то мы правой рукой заряжаем нашу карту в такое вот, так сказать, положение, короче. И после этого, когда мы здесь так вот подсняли, мы делаем вот такой вот продакшн. То есть, как бы, это реально очень простой продакшн, но он выглядит реально прям очень круто. Очень и еще раз очень круто. Взяли, бум, проявили карту, все очень удивились, и вы ушли прям очень крутым чуваком. Еще раз, допустим, валет взяли, подсняли, то есть раз, два, подсняли, здесь уже приготовили нашего вальта, то есть мы просто мизинчиком его стягиваем на себя, вот так вот. И после этого вот так вот его проявляем. То есть все элементарно здесь взяли, бум. И это реально выглядит очень круто. Поэтому, ребята, все учите этот фокус, он реально крутой. Всем спасибо, пока.